Посмотрим цены в магазине. Вы здесь обычно еду покупаете? Да, это один из самых дешевых супермаркетов. Ну, яблочки 5,99. Где-то в районе 80 рублей. У нас такие яблочки почему-то стоят 100. Ну, в Москве. К примеру, вот если на ананасах начинает желтеть, когда дозревает ананас листья, это они уже выкидывают в утиль. Я понял. Потому что оно уже не имеет товарного. Ну вот смотрите по фруктам, да, допустим, если взять сливы, сколько стоит? 7,99. Это где-то в районе 200 рублей. Это 6,99. 2 доллара. 2 с копейками. Ну да, 2. Ну да. Около 2 долларов. Ну, к примеру, это вот мясные товары. Я делал по Чехии, там, сказал по поводу яиц, мне в комментариях написали, что яйца в Чехии стоят дорого. Говорю, не ешьте яйца. В Польше, понимаешь, тоже есть несколько видов яиц. Если это фермерские яйца, они дороже стоят. Если это, ну как, на, не знаю, там, больших курятниках. Ну вот, например, мясо. Вот фарш. 0,5 килограмма 9 злотых. Перевожу сразу на рубли, в районе 200 рублей. Миллионка, ну это с индюка. 450 грамм, 4 злотых. Скажи, средний чек, вот когда ты покупаешь себе еду, сколько получается на неделю? На неделю? Да. Ну, к примеру, на неделю мы на 1, 2, 3, 4, на 4 человека закупаем. У нас обходится где-то 100 с чем-то, 200 с чем-то злотых. Меньше 10 долларов? Да. Не, ну 200 это уже где-то 30. 30 долларов. 30-40 долларов, да. 30-40 долларов на двоих? А? На двоих? На четверых? На четверых на неделю. Да. Молоко 1,99 злотых. 2 злотых, то есть 50 центов. 50 центов в долларах. 60. Ну вот, примерно. Если в рублях, то 32 рубля молоко стоит литр. Если взять вот по продуктам, ну, чай, хербата, экспрессово, 6 злотых, это 1,70 долларов. 1 доллар 70 центов. Кофе, если в рублях, на рубли 100 рублей. О, кава 17,95, там 25 это. Так, давай посмотрим еще воду и творог. Что? Творог или творог. Такой, да? Сметана. 1,95. Это вот то, что поляки довольно часто покупают, это вот эти донутки. Довольно вкусные. Возьми, попробуй. Хорошо. Хлеб. Ну, у них, видишь, даже. В основном работники покупают вот эти вот. Даже есть типа такого же булки. А вот они вот здесь были. Видишь, уже раскупили. То есть она хорошо идет под гамбургер. Водичка вот. О, знаешь что, так, по воде и по поводу памперсов таких, потому что, видишь, спрашивают мамы, мамы спрашивают. Ну вот, смотри, вода, Polaris плюс легкогазованная, легко газированная. 0,59. Минерально газировка 99, 1 злотый. Так, 0,59 это 1,4 доллара, 25 центов. Да, вот 25 центов это собачьи, для собак, для котов. 25 центов это 15 рублей. То есть вода стоит 15 рублей. Дешевле, чем в Москве. Любителей собак, котов. 1,99. Так, памперсы. Памперсы. Сейчас посмотрим, где здесь. Ну вот, это как раз отдел. Где памперсы, где химия бытовая. Порошочки. Вон, по 10 злотых. Ну вот, женские гигиенические. А, это салфетки. 2,99. Шампуни. 14,99. А вот памперсы. Памперсы 21.
Вот, 42 штуки, 39 злотых. Это сколько в долларах? Ой, грубо говоря... 12 долларов. 10. 10-12 да. долларов. Ну, на рублях это 700 рублей. В рублях. Поляки берут вот эти дары. Не знаю, чем они отличаются, потому что... Ценой? 23 меньше 10 долларов. Не-не, это вот эти. Эти дады стоят... Подожди, пилюхи. Да, вот. Эти стоят здесь 66-68 штук, 39. Возможно, из-за цены. Ну, женские гигиенические средства. Вот. 4 злотых. Я понял. В принципе, порошочки. 23,99. Меньше 10 долларов. Да. Для стирки. Ну, так, недорого. Дешевле, чем в Москве на 20-30%. Так, вот подходим к яйцам. Как всегда, любители яиц. Специально для вас. Яйца 2,99. На рублях 10 штук. За 10 штук. В рублях это получается 60 рублей. Так. Это когда это идет акция, когда покупаешь два. Понял. Так, если брать без акции, допустим, это да? Это не без акции. Это идут фермерские яйца. А, вот фермерские стоят уже 11,99, да? Это, да, это вот фермерский, и он еще и фермерский. 11,99 это получается... За 20 штук. За 20 штук. Это где-то в районе 4 долларов, 240 рублей. Да. Ну вот, видишь, за 10 штук 7,49. 2,5 те же самые, да. 2,5 доллара. Ну, вот это гречка, горох. О, гречка. 2,49. Меньше не, доллара. Это рис. А, рис меньше доллара. Каша гречана. Вот. Смотрите, ребят, значит, как это называется? Это гречка, да? Да, каша гречана. Так, гречка. 4 пакета по 100 грамм. Получается 2,49. Это в рублях 40 рублей. Так, вот это 1,99. Еще дешевле. Кускус. Крупы недорогие. Вермишель довольно дешевая. Вот как раз. 1,99. Это меньше 50 рублей. Это макароны. Макароны 250 грамм. Короче, я смотрю и скажу вам, что цена тут процентов на 20-30 вот, меньше, чем в России. Килограммовая пачка, да? Так. А, макароны, подожди. А, 750 грамм, 2 злотых. А, килограммовая пачка 2,49. Короче, макароны вот эти стоят 40 рублей, вот эти стоят 60 рублей. Ну, это вот... ой, помидоры... как она, закрутка. Не понял. Такие, вот, друзья, цены. Видишь? Масло оливковое. Вот, интересно, оливковое масло. Чуть больше... 4 злотых. 4 злотых. Это репаковая алия. Это, это подсолнечное масло. А оливковое, вот. Понял. Значит, вот это стоит в районе 80 это рублей. Вот, да, вот. Это получается вот это масло. Подсолнечное. Ну, обычное. Обычно 80 репаковое. Рублей. В общем-то, все. Ну, вот Воль можешь показать. Как называется магазин? Бедренка. Бедренка. Алкоголь? Не, у нас никто не пьет. Ага. Пиво. Пиво, если только ребята пьют. Ладно, друзья. Вот чипсы. Если что, пока я в Польше, пишите свои вопросы. Всем пока. Пока.